Всем привет! Сегодня мы построим подвеску Сондера. Она очень компактная и очень хорошо работает. Эту подвеску можно хорошо использовать для создания машины, так как она занимает очень мало места. Давайте еще немного посмотрим, на что способна эта подвеска, а потом я покажу, как ее построить. Сначала попробуем пройти испытание на ней. Первое испытание – это лестница. О, легко заехал и уехал. Второе испытание – мачты. Вообще легко проезжает. Очень много неровностей. Вообще легко туда же подлетел. Сейчас я проеду. Время туториала. Так, сейчас ставим парочку палочек. Штук 4. Потом ставим любой блок. Сплющиваем его на циферке 1. Так. Теперь делаем из него небольшую платформу. В каждую сторону раздвигаем по одному блоку. Получается платформа 3 на 3 блока. Палочки уже не нужны. Сзади ставим полноценный блок. И сплющиваем его. На рулетке масштаб нужно поставить на 0.2. И как-то ровно так сделать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все так ровно получается. Ты это новые блоки, да, поставил? Минимальный уровень скрепления, и здесь нужно поставить блоки. Так, все готово. Маленькую палочку нужно протянуть на следующую сторону и снова поставить блоки. У меня не получается ровно поставить. Так, попробуем. Есть, так не получается, но нужно вот так сделать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сделаю новый блок, потому что с одним не получается. Все. Получается вот такая штука, да? Можно было сделать полегче, но хорошо. Теперь нужно поставить колеса. Передние и задние. Все готово. Ага, ты поставил блок деревянный. Ставим деревянный блок под колесным блоком. Сдвигаем его внутрь и припускаем вниз. Чтобы не было видно вот этой черной палочки, я так понял, вот так. Это получается на рулетке, получается 1.8. Здесь снизу приплюснутым на 2, а наверху на 1. Стоп, как это ты сделал? Стой, 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 стой. Вот здесь ставим блок. И теперь нужно взять пружинку. Вот так поставили блок. Берем пружинку. Заходим сюда внутрь и ставим ее вот здесь. Да, вот так, да? И теперь нужно будет еще от него поставить шарнир. Перемещение нужно на двоечку поставить. Сондер сказал делать все то же самое с другими. Все у меня готово. Дальше нужно убрать все деревянные блоки. Все это нужно перекрасить в серый цвет. Зачем? Пружинки. Да. Нужно взять цвет с колеса. С колеса. Что-то у меня как-то не получилось. Ладно, придется мне заново поставить эти колеса. Нужно поставить внизу колесо. С него скопировать цвет. Перекрасить с него пружины. Все, готово. Это колесо больше не нужно. Таким способом мы перекрасили пружины в нужный цвет. Чтобы не мерцало. Теперь их нужно соединить. Ну как? На каждое колесо нужно поставить по одному шарниру. По центру нужно его поставить шарнир. Почему они мне как-то неровно поставились? А потому что можно от пружины поставить, а можно от колеса поставить. Все, я поставила их ровно. Центр колеса. Так, теперь их нужно соединить. А внутрь обязательно блок заталкивать? Или можно вот так оставить?
Все, я их соединил. Нужно поставить шарниры от бока, который стоит к шарнирам, которые колесам, да, стоят. Верхние шарниры нужно прикрепить к корпусу. Ставим наклон на 15 градусов, поворачиваем его. Раз, два, поворачиваю. И еще раз два. Нужно соединить платформу между собой, и все получается готово, да? Кресло водителя ставлю. Делаем без коллизии все, кроме колес, платформы и кресла. Сондер сказал. Нужно отключить коллизию у всего вот этих пружин, шарниров. Только не надо отключать коллизию у платформы, колес и кресла. Эти держательные платформы тоже же можно не отключать коллизию. Так, все, я отключил, готово, да? Так, все, да, готово. Туда сохраняю и буду проверять. Ой-ой-ой. Может, ты отойдешь? Что-то как-то оно развалилось. Надо заново загрузить обязательно. Отойди, сейчас на тебя машина упадет. Нет, оно реально не подсоединилось. Понятно, вот эти платформы нужно на 0,2 в шарнир еще закрепить. Все, подвеска готова, я все задвинул. Сейчас сохраняю, опускаю. Да, нужно сначала заново загрузить. Опускаю. О, сейчас все нормально. Да. Только я немножко почему-то переворачивается. Сондер сказал сделать грузик. Где грузик делать? Не переворачивать. Внизу, да? Вот как у Сондера вот здесь уже есть, да, грузик? Внизу нужно поставить любую палочку. Я чуть по твоему ничего не поставил. И здесь грузик, да? По размеру самой машины. Да все обязательно без коллизии должно быть. Все готово, опускаю. Давай пройдем тест. Ну, подвеска хорошо работает. Сейчас пройдем через испытания. Через камушки легко проходит. По этим пройти. О, я даже сюда с разгона смог заехать. Это что тут за запчасти лежат? Здесь вообще легко ездит. Так, а сюда как-то лезть? Кажется, самая лучшая подвеска. Еще мало места занимает, еще любой груз удерживает. А что если у этой подвески включить максимальный включающийся момент? Вообще везде проезжает. С маленьким включающим моментом неплохо едет, а с максимальным вообще везде может проехать. Под рукой машине может проехать. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.